Спонсор этого выпуска — канал Ежов ТВ. Он живет и работает в Таиланде на постоянной основе, поэтому снимает лайв-видео про Таиланд без монтажа. Все как есть. Если интересно, зайди и подпишись. Ссылка на экране и в описании ролика. Я думаю, что мы все с вами на одной стороне. То чувство, когда расстроил Пеппи. Пеппи знает это чувство. Это знаешь, что мне напоминает? Это когда мы в детском саду вечером... Ребята, ну кто это был? Вот, я вот смотрю по сторонам здесь хожу. Ну это где-то ведь рядом наверняка. Так же от сторожа бегали. Мы какую-нибудь херню делали, и он такой приходил. Ой, да. Я когда был в детском лагере, дыни воровал. Почти вот эта игра была. Ты воровал дыни в детском лагере? Да. Это весело было. Один раз они только. Они хоть спелые были? Ну да, но я на самом деле не люблю дыни, как ни странно. Я их воровал просто за компанию. Вот это как, это один из тех моментов, когда, а если он скажет спрыгнуть, ты тоже прыгнешь? Ну вот, я... А ты типа, те пацаны подходили. Они сказали, пойдем воровать дыни. Я такой, ну пошли. Понимаешь, когда ты в детском лагере находишься, и все, что вас кормят, это сраную какую-нибудь овсяную... кашу и потом печеньки с соком в конце дня, и ты думаешь, зачем так жить вообще, это что-то? Печеньки с соком норм. Вкусно. Ну только у меня язык после этого палит, но это вкусно. Самое веселое было есть... Я какие-то истории детского лагеря хожу, здесь такой этот убийца рассказывает. Ну нормально. Продолжать. Ну, в общем, было весело, когда ты допиваешь сок, и потом... Ой, у кого-то что-то не получилось. Ты допиваешь сок, и потом у тебя остается, ну, как бы, пустая эта коробочка. И все потом их начинали, как бы, ну, как ты кладешь эту коробочку и ногой со всей дури бьешь, и она взрывается. И просто слышно потом по всему лагерю. Пыш-пыш-пыш-пыш-пыш. Тебе не убежать от меня, маленький поросеночек. У меня как раз курточки нету. Сейчас материал. Мне нравится эта девочка. У нее лицо приятное. Я ей доверяю. Видно, если что честно, видно, что она девственница, вот. Ну, на самом деле, она похожа на немку, поэтому... Да, реально немка. Да, у нее такие... Поэтому она похожа на девственницу. Это значит, ну, что она выживет. Нажми рейди, кто остался. Своть. Да. Сорян, у меня просто горло болит. Я подумал, что ты уже вошел в роль. Я думал, да, он уже все клюет нас. Что, ребята, давайте не будем совсем сильно разделяться. Юзи, это ты со мной? Не-не, это плохая тактика разделения, мне она не нравится. Нет, подожди, нет, хорошая тактика, мы тебя победим. Нахера ты в туалет пошел ссать? Тут какая-то стеночку добавили. Стенка? Да, такую стенку добавили. Ну, типа... кладбище. Соти, ты там разберешься? А, он вылетел. Да. Он уже умер. Он уже умер. Ты все-таки смог убежать, сука. Я опять выиграл. Ты что, пересоздаем? Я не могу чинить. Пересоздаем, да? А он не сможет зайти же уже? Ну, типа... Не, доигрывайте. Не могу, я убежал уже. Значит, играю. Че, вам, не, понимаете, вам сложнее будет, потому что, типа, считается как три человека, и это... А, надо больше генераторов. Да, вам больше. Но зато сложнее. Little fish. Это читерство, эта игра подставляет меня уже. Юзя, беги! Юзя. Ага, думал я на это поведусь. Окей, ладно, тут не могу пойти. Это повелось. Кто-нибудь может чинить, кроме меня, эту херню все? Где вы все? Я вас не вижу. Я царь горы. Так, ты спалился, Ром? Да я стою на месте, конечно. А, вон ты где, я ищу тебя просто. Привет, дружбан, как твои дела? Помнишь, мы были вместе раньше? Я с этой стороны не могу забрать. Ха-ха! Отсюда могу. Ха-ха! Ой, черт, я в стену бежал. Ха-ха! Тебе не найти меня! Я неуязвимый! Да чё ты, ну ёлки-палки, давай нормально дружить. Да слышь, у меня дома никого нет, мне не с кем чай пить, алё. Ну и куда делся? Потому что ты всех убил, маньяк. Ну блин, они сказали то, что мои обзоры говно, я их убил, ну сорян. История Мэдисона.
Нет, это скорее эта история Логвинова, как он стал таким толстым. Я знаю, какого маньяка буду играть. Тогда там было не убил, а съел. Ну да. Я понял, какого маньяка должен играть просто. Сейчас вы. Сейчас вы просто... Ты такой, ну ты чё, пацан, ну чё ты бежишь? Не, вы просто сейчас от страха обосрётесь просто, я отвечаю. Так, меня сперва забейтить. Знаешь, чего я боюсь? Это то, что мне придется чинить генератор, а я не могу это делать. Вообще. У меня до этого был такой подставной генератор, ты не поверишь. Я вижу одного. Вот на дуэль со мной, на рэп-дуэль пойдешь со мной. Я узнаю этого персонажа. Одного я уже картавого сделал. Он из себя шаурму сделает, беги. Я не просил этого. Чё ты можешь на АД нажимать, типа, дергаться? Да. А где крюки-то все? А, вон, в самом далеке, охренеть. Рома, если ты мне не поможешь, я тебя трахну, блядь. А в смысле? Ты меня трахнешь, да я тебя сам трахну, блин. Я тебя трахну, блядь. Трахну. Извини, но тут генератор, брат. Ну, ёлки-палки. Блядь! Вы чё, блядь? Видишь, тебе не нужна была помощь, я смотрю. Да иди нахуй, понял? Я генератором отвлёк. Вот, смотри, я такой ра-ра-ра-ра-ра-ра. Смотришь на меня, ра-ра-ра. Играться со мной из дома. Сука, он меня ранил! Питер меня ранил! Я тебя в следующий стендап материал впишу. Спасибо. Ну где ты, Ром, ты живой? А, ну, да, ты, вроде ты, бы. Окей. Вороны, видишь эти вороны? Где? Подожди, где вороны? То есть ты не видишь ворон? Подожди, вы что, а вы один генератор еще не запустили? Да мы ничего не запустили еще. Говорят, что я типа рискованно играю у меня. Но... Если. Да это. Типа я близко рядом с того бегал просто и все. Типа, лысый написано. Да бог. Я да один генератор почти завел. Но я очень криворукий. Какой вот этот, да? Ну не знаю даже. Ну да, где-то там был генератор. Я его почти завел. У меня один план есть. Типа. Я вам не скажу. Ждать, пока мы придем к генератору. Я тут ворон не могу убить. Тут вообще палевно, вообще тут один генератор прямо рядом с выходом. А там два генератора очень близко друг к другу расположены. Я что-то у вас вообще... Ну давайте, сделайте что-нибудь плохое, давайте. Я пытаюсь что-нибудь придумать. Я не знаю, где Ричард, если честно. Ой! Так. Вот же он. Опа. Little fish. Я вижу, как он за тобой бегает, он прыгает. Будь осторожен. Оп! Я прифайрил какой-то план. Ты видел, я тоже завел один генератор. Я на что-то... Управляйте, блядь. Я на что-то годен еще. Я начинаю злиться. Не могу над этой хуйней. Смотри. Он как настоящий. Смотри, пожалуйста, с того света. Скажи мне, как пролагать так же через карту? Да елки, один что ли? Да вы чё? Видишь, как я ловко, да? Я поддавался, я специально их ломал. А теперь они полуготовы. Я тут же два капкана поставил, вы чё? Твои капканы ничего по сравнению с нашим скиллом. Я там капкан поставлял. Да хватит, вы нечестно играете, да вы читеры. О, все, нашел. Все. Ты нашел его? Не находи его. Нашел. У него была, кстати, аптечка. Вот Юзи где-то нашел аптечку, а у меня ни хера нет. Ну, тоже еще как должно быть. Да, а я не вижу даже сундуки. Где сундуки? А, вот это. Что сундуки. Это? Какая-то РПГ, что ли, сундуки искать? Это даже заведен. Опа, вижу кого-то. Вижу. Нет, нет. Вижу. Да я просто так говорю, что ты... О, окей. Так, ну ладно. А где сундуки? Я пытаюсь сундуки теперь найти. О, господи. Или кто это был? Я даже не знаю, это был свой или... Нет, кажется, это был не свой. Нет, это был не свой, Ром. Беги. Ну, мне некуда бежать. Если что, вы можете еще в сундуках найти ящичек, типа такой, и с инструментами. И типа... Быстрее можете... заводить? Не, типа можете ломать мои крюки. А, то есть прям крюки? Да. Типа, я знаю, что можно ломать ловушки. Крюки тоже можно ломать? Ну, ловушки вы можете так тупо сами дизармить. То есть к ним подходите и, типа, просто дизарм.
туда пальчик суете, такой тик. Так, ну это что-то я вас не вижу. Но... Ага. Слышь, ты прям. Да ты че? Да. Да, это эти три ловушки, я просто смотрю такой, are you fucking serious? И просто его не. Ричард, меня убьют, но ты беги. Я ради тебя это сделал. Да тебе пизда. Нет, я буду сопротивляться, Нет. Держись, нет, я не хочу. Нет. Держись. Нет, тетя Кришни. Какой-то сраный хентай. Да. Все, беги, Ричард, я мертв. Просто беги. Я выхожу, да, я убегаю. Рил, пипе. Зато я три генератора завел. Кстати, Ричард, я тебе могу подсказку дать, я видел люк. Серьезно? Да, я видел люк. А он уже убежал уже. Или не, он еще не убежал. А, окей, он убежал. А теперь он убежал. Я в люк убежал. Он такой, я видел люк, я такой, где? Я просто в него убегаю. То есть люк, ты вообще спасаешься, получается? Ну да, походу, да. Какое-то странное решение, да. Тут заводи, туда-сюда крути, и потом люк. Или люк находится только когда ты все завел. И остался один. Не факт, непонятно. Я так смотрю, такой, да, заходите в мою ловушку, да, еще один. Сейчас прямым репортажем из леса наш корреспондент Своти, такой стоит палка. Такая две минуты такой, да. Да, здесь охуенно холодно, я заебался уже просто всем ждать. Вы готовы, дети? Такой, знаешь, типа, да, я не раз слышал вас вопрос, повторите, пожалуйста. Пауза просто опять. И ты такой повторяешь, и опять пауза. Просто так угорали. Все нажмите ready. Нажал. Я такой просто стою такой. Нажмите ready уже, чтобы... Ну, давай рассказывай нам очередные истории. Пока мы будем генератор. Ну, давай, начнется игра. Откуда у тебя еще шрамов? Расскажи нам. А, ну у меня есть несколько шрамов. На самом деле. Но не то чтобы шрамы. Подожди, проверочный вопрос. У тебя есть шрам на яйцах? Нет. У меня есть, ну ладно. Ну это такая ненужная информация была. Пожалуйста. Интересно даже теперь узнать историю этого шрама. Афган. Мне было годик. Слушай, Свойти, ты не вылетел, ты с нами? Он еще с вами, да, он еще с вами. Вот, да, мне показывают. Вот как машина вообще, не помню, что за машинка это стоит тут вообще. Смотри, видишь машину? Свой, ты можешь приседать на контрол. Я видел машину. Я знаю. Только ты где? Не со мной сейчас разговариваешь. А. Ребята. Как ты забрался на второй этаж? О, ребята, привет. Кто это остался у нас такой бегун? Ты меня руками. Ты похож. Вау, вот это ты спрятался, ты я, конечно. Иди сюда, поросеночек. Я тебя повешу здесь на крюк, не волнуйся, тебе понравится это. Повисишь, расскажешь свои офигенные истории, вон. Так, ребята, где вы тут все? Заводите, значит. А как мне залезть-то наверх? Я даже сам не знаю. А, окей. Спасибо, братала. Бежим, блять, и не останавливаемся. А, нет. Ты черномазая. Куда ты попрыгала? Иди сюда. Блин, детка Бог надо спасать. Я тебе помогу. Смерть. Блять, ты знаешь, что на концлагерях немецких было написано? Работа делает свободным. Ты упала? Я тебе помогу. Ты будешь работать на моих крюках. Я буду приносить тебя в жертву. Маленькая гадина, хотела убежать. От меня уже один убежал. Я с тобой не повторю той же ошибки. Даже не рыпайся.
Папочка знает, что тебе нужно. Шпигун, ты сделал дело? Ага. Мне кажется, ему конец, ребята. Кажется, кто-то из вас спекся. Потому что вы не беспокойтесь о своих друзьях. Я не завел. Вы не беспокойтесь о своих друзьях, и поэтому они все умрут. Его сейчас заберут. Вы действительно не хотите ему помочь? Его же сейчас заберут. Что это за хрень? Это то, что сделает тебя свободным. Сюда. Все, поехали. Бежим. Ребят, я все еще дохлый. Что вы сделали? Вы ничего не сделали, я так скажу. Я не могу понять, вас просто все убивает. Я, блядь, не смог его снять, как будто ебанутый. Слышь, я завис, что ли, на эту место? Я повешу на твое место, вот еще одного. Почему мы вдвоем висим? А я сдох вообще. Я застрял. Окей, нет. Ты вообще передо мной висишь почему-то. Почему я вишу лицом вперед к этой? Чего? Кажется, детка как-то залагал, он вроде как и умер, а вроде как и нет. Ричард, в любом случае, я иду за тобой, маленький поросеночек. Я не понимаю, кто-то выживет вообще? Никто не выживет. Ты один должен лежать. Ты думаешь, что у этого фильма хэппи-энд, значит, ты плохо обращал внимание на всю эту историю, видишь? Ой, бля, я двигаюсь тут к дереву, через дерево пролетел. Да, конечно. Думаешь, я первый день тут, что ли, убийца в лесу? Нифига подобного, иди на один и тот же крюк своему летающему другу. По карте? Он в дереве. Подождите, что с ним происходит? Его ест дерево, ладно, этот крюк занят, мы найдем другой. Мы найдем другой крюк для тебя и меня, и для всей нашей семьи. Не тряси жопой, маленькая проститутка. Куда ты бежишь? Думаешь, это тебя спасет? Ты думаешь, что это хорошая идея? А давай проверю. Блять, окей. Ладно, ты меня провел один раз. Если ты провел меня один раз, то виноват ты. Но провел меня дважды, виноват я. Ты меня не проведешь дважды. Иди на крюк. Сука. Вот, я надеюсь, тебе здесь понравится. Ты хочешь лёпать меня? Кстати, ты это, игру-то закончишь? Я не смогу игру. Солнце-то повис. Ничего. Я на дереве вешу. Меня, знаешь, как черного на дереве повесили прям. Типа всех на крюке, а меня... Ничего, мы разберемся после того, как я всех принесу в жертву великим тентаклям. Ну давай уже, хватит сопротивляться. Сейчас я посмотрю, заходи, он просто висит в пустом месте. Все, окей, повесили. Так скажу. Ты, наверное, под карту провалился. Но я выиграл ведь, ребят. Не, мы выиграли. Сводь-то остался в живых, он еще и живой. Но это так не считается. В смысле не считается, он-то живой сейчас. Он сломал лагами свою игру опять. Как он стонет, значит, он еще живой. Я даже историю не рассказал свою офигенно. А, кстати, у него понемногу кончается здоровье, я вижу, он истекает кровью. Вроде бы. Ну что тогда, нам выходим из игры? Ну... Ничья, это ничья. Да не ничья, но что это за фигня? Это ничья. Да ладно вам, ну вот скажите объективно. Я ведь выиграл. Ты выиграл, окей. Вот, все, тогда выходим. Нет, давай так, ты выиграл, они проиграли, и я выиграл. Ладно, давайте так, они проиграли, я выиграл, а у Своти ничья.